Всем приветики. Ну вот, в общем-то, место, где была гусеница, ну вернее, полотенце, на котором была гусеница. И я ее расположил вот в этой баночке. Я туда, получается, вот одну стекляшку положил, а не вторую, и туда кусок ткани положил. Она так вот по кругу ползала по низу, по верху. А теперь видно, что вон у нее снова там кокон. Она заползла под вот этот вот кусок ткани и создала себе вон новый кокон. Вон он, новый. Получается такая паутинка, а под ней она сама лежит. То есть в этот раз я думал, что ей снова нужно будет типа закрутиться, как в прошлый раз она с одной стороны связалась, а второй, то есть полностью в кокон. А сейчас нет. Она просто такой угол, как бы такую вот штуку создала вокруг себя. Ну, вон оно видно. Не знаю, видно, не видно, мне видно. Ну, вживую оно, конечно, видно. Что там такая, типа, как паутинка. А передох, как, насколько это передается, ну, тоже, по идее, вон видно такая вот белая пленочка, вон она по краю идет. И под этой пленочкой она лежит. Вон. Такая белая пленочка. Вон она как бы такая под ней. Сверху там не видно, тут ткань. А вот тут видно. Хотя, мне кажется, к ткани она особо не прикасается. Хотя нет. Чутка прикасается. То есть, если поднять ткань, то нарушится, наверное, все-таки ее кокон. Поэтому не буду трогать. Мне просто интересно, что будет дальше. По идее, это маленькая гусеница. Она создала себе кокон и сейчас в нем сидит. И что будет дальше? Неужели из нее начнет вылупляться бабочка? Будет прикольно, если так. Я бы хотел это увидеть. Но она шевелится, потому что, по идее, она в природе куда-то заползает так, что было темно, мне кажется, и там сидит, потому что, ну, изначально она вообще вот так вот заползла между двумя полотенцами и создала кокон. То есть вообще в темноте, там, чтобы никто не видел. А сейчас я свечу светом, и ей, мне кажется, неудобно, потому что, по идее, она должна быть в темноте, а тут свет. Поэтому вот я просто показал, как она себе создала. Ну, вон видно, такая вот пленка. И теперь буду выключаться, чтобы не тревожить ее. Потом со временем покажу, что будет дальше. Ну вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.